Всем добрый день! Сегодня приготовим мы свиные рульки по-китайски. Вот таким образом отвариваем мы свиные ножки, коренья петрушки, укропа, стебельки, да, морковку, чеснок, крововый лист, черный перец и соль. Все это варим 1:40, я варю в мультиварке. Ну вот и все, наши рульки готовы. Теперь мы их вытаскиваем. Маринад нам понадобится соевый соус, лимонный сок, мед, я добавлю еще приправу для шашлыка. Приправа очень ароматная, вкусная, поэтому она не испортит блюдо. Куркумы, перец, и копченую паприку. Соль я добавлять не буду, потому что у меня уже рульки соленые. Теперь все это мы перемешиваем. И вот наши рульки, они были у меня заранее сварены. Я их ложила в морозилку. А теперь я просто таким образом все заливаю. И вот таким образом мы теперь кладем все наши рульки, упаковываем уже рульки в заранее приготовленную форму, ставим в заранее подогретую духовку до 200 градусов на 1 час. Ну вот и все. Наши рульки приготовились. Теперь нам нужно открыть их и поставить буквально минут на 10 в духовку, для того, чтобы образовалась корочка. Они уже, в принципе, у нас получились очень красивые, аппетитные и уже готовы к употреблению. В принципе, можно уже и кушать их в таком виде. Такая вкуснятина и красота получается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за ваши просмотры, комментарии, которые вы оставляете на нашем канале.